Мы сделали невозможное, док. Но мне придется все уничтожить. Своим маленьким творением. Ждешь слезной мольбы? Можешь не ждать. Мир узнает правду раньше, чем отскребет тебя с тротуара. Скажи им, что ты сделал! Нет. Я не... Весь твой мир построен на лжи! Лжи! Ты украл мою компанию, мои идеи! Скажи правду. Правду. Ладно. Вот правда. Пока ты работал на меня, ты чего-то стоил. Вот правда. Ты не можешь признать, что я лучше тебя. Ты неудачник, Окто. И всегда им будешь. Дайте мне вакцину. Отто! Вы всю жизнь посвятили помощи людям. Прошу. Ты не с тем вступил в бой. Но будь по-твоему. У нас мало времени! Прошу вас! Я отдал вакцину, когда Осборн заплатит за свои преступления! Дайте мне вакцину! Вы уже достаточно навредили Осборну! Нет! Он всегда выходит сухим из воды! Теперь он потеряет все! Вижу у тебя новый костюм! Он не поможет! Я знаю ваши слабости! У меня нет довольных игр! Надо действовать! Oh!
Они гибнут! Им срочно нужна вакцина! Я исцелю город после того, как покончу с Осборном! Дайте мне спасти город, и мы сделаем все, что хотите! Я уже знаю, чего хочу! Уйди с дороги, пока я не занялся тобой взаправду! Сколько Осборн платит тебе за защиту? Я его не защищаю! Я хочу спасти город! Как я разочарован, Паркер. Вы знали? Я пытался тебя предупредить, Питер, но ты не слушал. Вы знали? Я не могу позволить тебе победить. Это слишком важно! Не больше, чем для меня! Видите, сколько людей пострадало! Ты никогда не поймешь! Ты не страдал так, как я! Ты должен быть на моей стороне! Я и был! Утяни! Эжекторы сломались. Прошу, подумай о том, кем ты был. Его больше нет. Ты не можешь спасти меня, Питер. Тогда тебе самому придется спасти себя. Вы были кумиром! Я вами восхищался! Зачем вы меня вынуждаете? Вы собирались изменить мир! Выглядишь уставшим, Паркер. Я не устал. Мне просто больно. Отто! Хватит! Пойми, Паркер,
Чтобы изменить мир, нужно быть человеком, готовым принимать самые тяжелые решения. С этим трудно не согласиться! Вакцина! Питер, ты был мне как сын. Я должен был знать, что и ты пойдешь против меня. Против? Против? Я вас боготворил. Ваш разум, ваши принципы, ваше желание помочь людям. То, что вы не сдавались. Потому что у таких, как мы, есть долг, ответственность. Мы должны использовать свои силы во благо. Даже если это не оценят. Мы должны делать как лучше. Для тех, кто слабее нас. Поймут они это или нет? Нет, вы не правы. Я мечтал стать таким, как вы. А вы все уничтожили. Да, конечно, ты прав, Питер. Теперь я понимаю. Нейроинтерфейс повлиял на мой мозг. Я все исправлю. Мы все исправим вместе. Если поможешь. Я сделаю все, что смогу. Нет. Вы получите лучшую помощь. Нет! Если меня посадят, отнимут руки. Я застрял в этом жалком теле. Прошу, Питер. Это был не я. Ты говорил, что не оставишь меня. Ты обещал. Помнишь? И, конечно, тебе будет легче, если я сохраню твой секрет. Каждый решает, что делать, док. Это все, что мы можем. Питер? Даже если чертовски больно. Питер, куда ты уходишь? Питер! Она сработает. Но нужен весь образец, чтобы сделать больше вакцины. Сколько это займет? Может, часы, а может, день. А можем ли мы вылечить кого-то сейчас? Тогда не хватит всем остальным. Я тебя оставлю. Вы поправитесь, мам. У меня есть вакцина. Сними свою маску. Хочу увидеть племянника.
знала? Я давно знала. Не хотел тебя волновать. Не вышло. Но я тобой горжусь. И Бен бы гордился. Ты спас столько людей. Я не знаю, что делать. Нет, знаешь. Да! Ну? Да. Мэри Джейн Уотсон, младший редактор. Поздравляю! Спасибо. Я знал, что ты справишься. А ты как? Работу нашел? Нет, но... Я сейчас подойду. Спасибо. Честно говоря, я думал, может сменить профессию. М? Думаю, почему бы не стать поваром? Прости. Нет, ты... Ты ученый, хороший. Мой последний проект — чудовищный осьминог, который чуть не уничтожил город, и... Да. То есть, ты правда готовишь отличный карри? Да. А пельмени пока еще не очень. Идешь в поход? А, моя новая квартира освободится где-то через неделю, так что я на несколько дней зависну у Майлза. О. Знаешь... Ты всегда можешь прийти ко мне, если ты хочешь. Нет, в смысле нет, я не хочу, я очень хочу, но если ты хочешь. Я всегда этого хотела. Я тоже.
Мы были так близко. Но я не отступлю. Я найду лекарство. Найду. Люблю тебя, сын.